Всем здравствуйте! Продюсер Иосиф Пригожин, который сейчас большую часть времени проводит дома на вынужденной самоизоляции в компании с супругой Валерией, выставил ее в неприглядном свете. В своем микроблоге он опубликовал довольно странные кадры, на которых видно, как его жена занимается йогой. При этом Валерия задрала ноги за свою голову, а потому ее поза выглядела довольно двусмысленной. На кадрах слышно, как Пригожин комментирует занятия супруги и просит ее открыть лицо. Также смеется на тему того, что ее сильно скрутило, и он переживает, сможет ли она вернуться в нормальную позу. Что тут происходит? Лера, ты когда-нибудь вернешься назад? Гюльчатай, открой личико. Ого, а это вообще караул. Возвращайся, пожалуйста, произносит Пригожин. По всей видимости, Валерия осталась поражена таким отношением мужа, и ему предстоит серьезный разговор. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда Пригожин снимает жену в домашней обстановке. Хотя сама Валерия просила его не делать этого. Ведь хочет расслабиться и вести себя дома, естественно, отдохнув от публичной жизни. Однако ее супруг продолжает выставлять порой нелепые видеоролики, на некоторых из которых она выглядит изнеможенной и уставшей после занятий домашними делами, которые взвалились на ее плечи. При этом сам Пригожин, как кажется, не спешит помогать ей с готовкой и уборкой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.